А брательник уродом родился. А значит, что? Что? Что либо ты тоже сросла, либо мать твоя шлюха. А ты? Ну давай, скажи! Моя мать шлюха! Говори, дрищ! Иначе ты у нас получаешься уродом! Раз твоя мать урода поражает! Нет! 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 Моя мать... шлюха! Вот, что и требовалось доказать. Раз она шлюха, значит, скажи маме, мы зайдем в гости. Вы какие-то не те, что ли? Почему делать? Показалось все-таки. Постов. Ферма, есть кто живой? Задолбали уже. Пойди, ты. Ну как, Адольфы? Закончил там? Не искрит? Хрена лысого тут закончишь. А я говорил. Нечего того с лишнего было в концлагерь отправлять. От него хоть польза тут была. Мало ли что, урод. Ничего, скоро нормальных электриков наберем. Ганзу вздрючим, будут тебе и электрики, и шлюхи, и чё хочешь. И все бесплатно и круглосуточно, но позже. А пока вон поди на мост гоняй. Глянь, что там дымит. Сам бы пошел да глянь. Ну, Адольфович, ну халтурщик. Опять все накрылось. Все, все сама... Как новый Мормон, сразу полно этот сбор. Чего их к нам так тянет? Каков? Интересно, соседи всех уже того. Я ведь говорил, записывайте планы. А?
А? Кто это? Мужик, пощади, не убивай. Бери все, все, что есть, только не убивай. Прошу, не убивай. Над своими же издеваются, падлы. Как же я ненавижу эту жизнь. Люди, что звери. Я не знаю ничего. Оставь меня. Я молчу. Ненавижу их всех, чистокровок. Слыхал? Ты б хоть ствол достал по уставу. Стоишь тут как пугало. Мой ствол у меня в штанах, а твой в борделе остался. Вот он тебе поможет, ствол этот, когда красный за жопу возьмут. Юморист, мать твою. Опять вырубила. Что со светом сегодня? Глянь курилки, а? А я пока кнопки тут понажимаю. У меня все четко. Всем подданным рейха, свободно на боевой повинности и дежурство, рекомендую заявить. Идешь на мне? Говорят, мешать будут. Да я насмотрелся, во! А вот сына бы сводить надо. Выделываются в школе, училки хамит. Вот и покажу лоботрясу, чем двоечники кончают. Приведешь, а его помилуют еще. И тоннели рыть. Помилуют? Ага, сейчас.
Петля же ждет. У нас тут без сюрпризов. Да что там смотреть вообще? Дергается, по ногам моча течет. Тоже мне зрелище. Чего мы не видели? Для тыловых средств самое нормальное. Это дисциплинировано. Так-так. Ладно, приятно, что Эй, там вроде кто-то... Кажется... Стоять! Именем Великого Рейха Красный Шпион, взятый с поличным на территории секретного объекта, военным трибуналом приговаривается к смертной казни через повешение. Всех не перемешайте! Тьфу! Смерть фашистам! Наступит еще наш час! Снова Рейху! Эй! Эх ты! Тревога! 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 Братья!
Я вытащил Пашу из петли. А он обещал доставить меня как можно ближе к полису. Дальше все ясно. Я найду там людей из Ордена и сообщу им о том, что случилось. Но путь к легендарной театральной лежит через катакомбы. Я никогда раньше не бывал в этих местах, и без своего нового друга, думаю, наверняка тут потерялся бы. Надеюсь, он знает дорогу. Спасибо, Артём. Как мы их, а? Один за всех и все за одного, как мушкетеры. Любимая книжка в детстве была. Мечтал мушкетером стать, как вырасту. Так, времени в обрез. Идем до театральной, а там ты в полис, а я домой на красную линию. Странно только, что они отстали, да еще и ворота закрыли. Свет вырубили. Пауки терпеть его не могут. Так, инструктаж. Одних пуль тут будет мало. Но раз эта сволочь света боится, его и применим. Завал! Похоже, рванули туннель. Видно, пулями не смогли остановить. Да. Погоди-ка, сквозняком тянет. Значит, есть выход. Артём, помоги открыть. Давай, Артём, действуй. Паутины-то! Шагу не ступить! Эта мелюзга такое устроить не могла. Наверняка есть твари побольше. Главное, их не разбудить. Черт! Они уже близко! Постой, Артём! Не торопись! Теперь осторожно! Тут все вроде чисто. Пошли! Да, высоковато. Так просто туда не подняться. Так, будем надеяться, лифт не подведет. Есть! Генератор в порядке. Чисто. Прошу, покатаемся. Ну, поехали. Какого... Что с... Включай фонарь и не вздумай вырубать ни на секунду.
какой-то хранитель, что ли? Черт! Ну, давай! Услышали нас, суки? Черт, в самое логово попали! Да сколько их тут? А, уцепился! Тёмыч, жди, подорвём, давай! Жди их светом, сними их, нас не подь... Жри, тварь! Видел пузо? Вот в него и бей, верхний панцирь не пробьешь! Артём, их надо сжечь фонарем, пока на спину не перевернутся! Айда за мной! Ах ты, сука, ты такая! Артём, свет сюда! Зажарь его! Так-то, мразь! Спасибо! Один за всех! Так, сюда! Мост! Про него я слыхал. Теперь и театральная недалеко. Высоковато. Не дрейф, Артём! Прыгай! Двинули! Снова они! Артём, не подпускай их, а я поищу, как перебраться! Нормально, сгодится! Артём! Давай сюда, подсоби! Опа! Оп! Айда за мной! Погон! Я подсажу! Они внутри! Артём, руку! Эх! Скорее! Ноги в руки!
пошли! Артём, ты цел? Давай, надо уходить! Свет, бегом туда! Здесь они нас не тронут. Артём, погоди! Хреново без фонаря! Дай хоть факел сварганю. Раз, два, три, ёлочка, гори! Ладно, двинули. Два. Тут электрозамок. Провода вон туда ведут. Слушай, Д'Артаньян, у тебя фонарь, так что двигай по проводам. Где-то там должен быть щиток. Попробуй в него зарядник воткнуть. Получится запитать, дверь откроется. Thank you.
О, талант не пробьешь, молочага. Готов? Первый пошел. За мной! До театральной осталось совсем чуть-чуть. Вход в метро, судя по всему, должен быть где-то рядом. Но каким малым ни было бы это расстояние, нам предстоит пройти его по поверхности. А наверху каждый шаг и каждый вдох может стать последним. Прибыли, Артём! Соберись, до темноты осталось всего ничего. Как туннель обвалился, на театральную отсюда остался только один путь — по поверхности. И задерживаться там до темноты определенно не стоит. Обжитое местечко. Повезло нам, Артём. Похоже, схрон местных сталкеров. А где были сталкеры, там... Черт, фильтров маловато. Но ничего, на наши их хватит. Не стесняйся, бери. Здесь все сталкеры братья. Да, классные у тебя часы. Удобно знать, насколько еще воздуха хватит. Нечего тут рассиживаться. Айда дальше. Ну что, пошли дальше? Я слыхал, тут такое водится, что и пули не спасают. Ты, конечно, стреляный воробей, но в таких переделках еще явно не бывал. Так что помни, если хочешь жить, не расслабляйся ни на секунду.